Здравствуйте, друзья! На этот раз я вам показываю вот такой вот контейнер. Контейнер складной называется. Посмотрите, какой он складной. Вот он может быть вот такой быть неглубокий, а может вот так раскладываться. И вполне даже вот такой вот глубокий получается. Смотрите. Вот два отделения у него. Поменьше и побольше. Отделения вот такие вот, они мягкие, вот прям резина. Такая очень приятная резина. Очень легко складывается обратно. Вот так нажатием. Да? Крышечка. Пластиковая крышка. Вот здесь вот такие бортики у нее. Она плотно закрывает отделение контейнера, чтобы ничего не вытекло. И на крышке есть еще отделение с пластиковой ложечкой-вилочкой. Вот такой вот очень даже удобный контейнер есть у нас сейчас в продаже. Правда, его осталось что-то на складе маловато, но я думаю, будет еще. Защелкивается вот это вот держатель вилочки, ложечки. Его артикул 115,82, а цена по каталогу 899 рублей. Цена консультанта 719 рублей. Ну и заодно хочу вам показать еще одну силиконовую штучку для кухни, для хозяйшек. Это силиконовая прихватка, прихватка-варежка. Очень большого размера, смотрите, достаточно такого большого размера. Защищает руку далеко. Не обожжетесь, если будете залазить глубоко в духовку. Верхний слой силикон. Второй слой вот ткань с цветным ярким принтом. И внутри у нее еще один есть слой. Подклад, так скажем. Белая ткань. Ну и там вот я щупаю рукой. Все-таки между с вторым и третьим слоем там что-то есть проложенное, что-то на вроде, ну, какого-то такого прокладочного материала, синтепон, возможно, тоненький. Есть у этой прихватки такая петелька, чтобы удобно было хранить и подвешивать ее. Я думаю, что ее легко можно стирать, ничего с ней не случится, не будет она достаточно хорошо так прошита. Везде кантиком обработана. Но руку она действительно защитит и защитит хорошо. Пользуйтесь магазином Faberlic.